Тайра Адилова, мать политического иммигранта, члена оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана и журналиста Натик Адилова. После того, как Натик покинул Азербайджан, он продолжил сотрудничество с оппозиционным онлайн-телевидением Азербайджан Сате. Далее последовал арест его брата Мурада Адилова, проживающего в Азербайджане. Тайра Адилова рассказывает, как это было. Поначалу против Мурада вроде бы не было никакого давления. Я даже не ожидал, что Мурада арестуют. Но это все, конечно же, связано с деятельностью его брата Натика. Хотя я вот вспомнила, что где-то 2 года тому назад уже случалось нечто подобное. Тогда Мурада задержали по обвинению в сопротивлении полиции. Но это было не так серьезно. Он всего лишь просидел пару суток в изоляторе, а потом его отпустили. Мурад раньше работал охранником. После этого случая его уволили, и он стал заниматься домашним хозяйством. У нас сельский дом, и тут есть чем заняться. Он не вмешивался в какие-либо политические процессы. Я была шокирована, когда 11 августа 2014 года в наш дом вдруг ворвались несколько человек в штатском и в форме полиции. Те, что в форме полиции, были местные, а люди в штатском приехали из Баку. Из взрослых в этот день дома были я, моя дочь и невеста, жена Мурада. Они ворвались в дом и прошли в его комнату. Пошарили там недолго и позвали нас внутрь. Велели поднять матрас. Мы подняли. Там оказался какой-то пакет с травами. Я еще помню, сказала, что это похоже на мяту. Потом они заставили нас подписать объяснительную о том, что в комнате Мурада был обнаружен пакет с наркотическими веществами. Я бы никогда не сделала это, но они угрожали тем, что в противном случае отвезут в отделение невесту. Тогда мы согласились и написали все, что они нам продиктовали. Мы тогда выступили, в принципе, в роли понятых. Потом нам стало известно, что Мурада они арестовали раньше. Попросили его вывернуть карманы. Он сказал, что кроме ключей от машин и сигарет у него ничего нету. Тогда они потребовали, чтобы он достал пакет из заднего кармана. Там и был подкинут пакетик с наркотическим веществом. Он отказывался признавать, что это принадлежит ему. Тогда задержавшие сказали, что пойдут к нему домой и найдут там более крупную партию. Вот так и случилось, что они потом явились к нам в дом. Я каждый день просыпаюсь с надеждой, что Мурада сегодня отпустят. Вот и в январе думали, что попадет под амнистию. Но, увы, пока что не освобождают. Ребенок часто говорит: бабушка, люди приходят, снимают нас, а отца почему-то не отпускают домой. Мы каждый месяц идем с ним встречаться. Раньше ходили 2 раза в месяц, но потом он сам сказал, чтобы мы не приходили так часто. Как раз завтра должны снова поехать к нему. Несмотря на то, что мой сын уже 3-й год сидит в тюрьме из-за брата, я никогда не пыталась урезонить Натика, чтобы он прекратил свою деятельность. Когда был жив отец, он пытался с ним поговорить об этом, но все было напрасно. Я же никогда не вмешивалась. По-моему, это его жизнь, и ему решать, как его прожить.